Congrats. Поехали, наконец-то. Время без 15:03. Светофор рядом. Сходил, салфеток взял. Кто-то нам звонит. Да. 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 Нет, там никто трубку. То есть оба телефона недоступны. Выезжаю, значит, часа через полтора я там буду. Ну хорошо, хорошо, да? Хорошо мне ехать 90 километров отсюда. С Липецка. Как раз я приеду. Хорошо, хорошо. Оказывается, Скания Липецк есть, а я сюда заезжал, балбес и не заметил. Вот он. С правой стороны. Заказчик звонит. Короче, дали контакт какой-то. Какой-то дамы там. Ларис Ивановна какая-то. Светлана Сергеевна. Короче, я уже забыл. Два телефона ни один не снимают. Говорит, там связь очень плохой. Если сверните направо, плавно поверните направо, затем едьте на дорогу с круговым движением. В той деревне. А едем мы грузиться, в общем, деревня какая-то Баловнева. Данковский или Танковский. Данковский, наверное, район. Вот, будем грузиться комбикормом. На Броннице. Ну, возле Бронниц, Рязанское шоссе, в какой-то магазин там выгружаться. И потом еще в какую-то деревню там рядом. Ну, в общем, все недалеко. Через 160 метров держитесь правее. 95 километров отсюда надо еще проехать до той деревни. Ну, к 6 часам. Там должны грузчики прийти. Почему к 6, не знаю. Ну, я как раз пока доеду. Так уже и... Около 6 и будет. Тут ехать-то не по центральной дороге, в какую-то тут. Короче, дорога, которой мы еще, наверное, скорее всего, не ездили. Тем более мы уже пустые. Доедьте 7,3 километра. Данков. Туда нам надо. На педаль нажимаешь, уже все. Филейная часть Скании начинает ходить ходуном. Это вам не с двадцаткой. Не с 18 тоннами и десятка на вторую. По-моему, я вон там грузился. Вот как раз тогда на стройку. А здесь сейчас этот будет. То ли тетрапак, то ли что тут. Бумагой. Упаковка какой-то. Коллега этот второй поехал сюда грузиться. Да, L-пак какой-то, вот. Куда он поедет, я не знаю. Я просто знаю, что вот он сюда вроде сказал, что поедет. На погрузку. Интересно, стоит он тут, нет? Так-то не видно. Машины стоят. Ну ладно, не важно. А, нет. Я не здесь грузился. Я вот... Может, и здесь. А хрен узнает. Ладно, не важно. Давно это было. Поехали в город Данков. Или Данков. Будем по дороге пытаться этой Ларисе Ивановне звонить. Разберутся там. Найдут, если что. О,
вот он, указатель танков. Ни разу здесь этой дорогой не ездил. Все будет в новинку. В первый раз. Может, по-светлому еще успеем и доехать? Аэропорт, Данков, Лебедянь. Да держусь я вроде как. Что там, говорю, в этой деревне связь очень плохая. Данков 79, Лев Толстой. Тут на Москву, кстати, тоже можно ехать. 416 километров до Москвы. До Бронницы-то там еще ближе. Там пускай, вы считаете, 80. Нам ехать там будет завтра. Нам километров 300 проехать-то надо всего. И чего, УАЗик не едет? Не спешит? Воронежский. Чем М4. Поворотники для кого придумали? Даже Сканию напугал своим торможением. Глубинки проедем. А то все кабинет, центральные дороги. О! Что у нас? R205. Но тоже пока как бы претензий никаких. Видно, что делали новое. Уже Светлана Михайловна это была. Иванна Светлана Михайловна. Дозвонился, но теперь уже трубку не снимай. Заняты, наверное. Еще пару раз позвоню, потом они за мной бегать будут, чтобы фотографию отдать. Я до этого, до Данкова доеду. Там где-нибудь, может быть, получится. Лыж засуну, стану, да буду стоять. Они позвонят. Я ж не знаю, как там моя мегавонь в этой деревне, может, ее там априори нет слова совсем. О. Мистер Чарапыга шал, страус пошал. Слышно, прикольно такой поволок сзади. Что-то там такое сзади, что-то техники. Одни мы тут ездим. Калужский тут что-то заблудился. Что-то вроде через пару дней в Москве за 20-ку мороз обещаю. Меня опять одну не отдай. Я мешки не купил, забыл про них большие. Надо купить обязательно. Чтобы были в запасе вот на такой случай. Канистру в мешок упаковал, укутал, потом еще
Хотя если мешок укутал, то зачем ее уже потом? Все, ложи спокойно. Вот такие здоровые 200-литровые. Потому что укутывание в рабочую одежду не принесло желаемого эффекта. Вернее, принесло, но много нежелаемого. Желательно. Я уже заколебался там мыть. Как не прохожу мимо, там то там побелеет, то там она ж белеет, это очевидно. Сейчас ходил в этот в светофор, да, где упаковки влажных салфеток купил, потому что я уже одну туда ухандохал. Сейчас вторую, наверное, там отправлю туда же. Уже лучший результат. Ну и плюс еще, знаете, я же все, кофе до сих пор это с каких-то потаенных мест высыпается. Лебедянский район. Ну как, поехали. Лебедянский район. Лебедь нарисован. Красиво. Готовьтесь к левому. Ну, город старинный. 1568 года выпуска. Мы через него не поедем. Мы сейчас уходим налево на Ефремов. Вот, дозвонился я до все-таки Ларисы Ивановны и Светланы Михайловны. Говорит, вот этот деревню сейчас как бы приедем. Там какой-то будет, то ли обезная, то ли что это деревня, какой-то магазин. И там возле этого магазина большая площадка. Торопится, торопится, спешит. Торопись. Покупай живопись. Да, в этом старинном городке ни разу ты не бывал. Тут даже дождь течет, нифига себе. Кстати, он совершенно не замерзший, смотрите. Абсолютно. Да, какой контраст с сибирскими реками. И северными. Ох, говорили, что тут на Ефремов дорожка так, никс гуд. Ничего, потихоньку потом. Вот можно на Куликово поле попасть, надо будет посмотреть, где что и каким маршрутом ехать. Просто уже однозначно будет темно, потому что так она и сказала, что где-то в 6, даже начало 7. Я, говорит, вас приеду, заберу с этой площадки возле этого магазинчика. Вот. А по ночам, завтра в 8:30 утра надо быть уже на первой выгрузке. Еще не засекал. Ну, километров 300, наверное, отсюда. Может, даже больше, 350 каких-нибудь. Будет ехать. Посмотрим. Пробьем потом маршрут, глянем, как нам лучше ехать. Вот видите, вроде бы глубинка, все четко посыпано, отсыпано, разбито. Такие симпатичные, трехэтажные. Я бы то лучше бы здесь остался. Тут хоть, наверное, какой-то интернет есть. Ну, сказала ехать туда. Тут-то ехать-то, в принципе, недалеко. 8 километров. Можно было договориться, чтобы позвонила бы за 10 минут. Я бы приехал. Ладно. Машинка у нас чумазенькая. Ой, такой совсем черный-черный автомобиль. Ужас просто. 6 тонн на ось. О, серьезный знак.
Какая прелесть. Видите? Пушечка, танчик. Огонь. Красавца тут увидел, смотрите. Воткнули здесь постаментик такой. Класс. Слава чего? Воинам авиаторам. Тоже тут, наверное, какие-то такие. Ну не наверное, серьезные сражения были в этих местах. Или тут не было? Нет, наверное, были еще. Надо посмотреть, что-то так навскидку не вспомню, дошли сюда не дошли. Курская, Белгородская, это ж да, это вот все, но тут же все рядышком. Липецкая, Воронежская, Ростовская, не, наверное, дошли. Так, поехали в нашу деревню Баловнево. Господи, у меня название забывается сразу же, напрочь не держится в голове. Какая тут интересная дорога пошла. Готовьтесь к левому повороту через 1 километр, затем будите в конечном кругу через 70 метров. Вот оно, Баловнево. Должен с правой стороны какой-то быть магазин. И возле него должна быть какая-то площадка. Я вижу не слева, не справа, а слева. Вон магазин, вон площадка. Она мне еще говорила, что фура стоит. Ну, значит, мне сюда однозначно. Фига, она говорит, площадка. Куда тут заехать-то? Где я тут стану? Через 300 метров поверните налево. Прямо туда, к магазину, я не заеду. Через 70 метров. Если только с дороги задом ломать. Никто не сигналит, никто не ругается. Дали спокойно съехать на УАЗике. Изменение маршрута. На следующий поворот налево. Вот сейчас вот возле этого магазинчика так вот и станем здесь. С этой стороны так прижавшись. Культурненько. Почищена. Должна будет, по идее, поехать потом. Но это только по идее. Подсыпать бы что-нибудь под колесики. Тронемся, что-нибудь придумаем. Вопрос. Местный продмаг. Тронется, куда она денется? Тут ни снега нету, ничего. Чумазая, да?
чумазая, просто ужас, какая чумазая. И вот эта фура уже, она уже вросла в землю. Все, будем ждать. По идее, пару часиков. Что-то у меня даже какое-то непреодолимое желание слегка дремануть. Я думаю, что надо его исполнить. Все нормально. Можно глушить. Время 6:30, даже без 27. Так, поехали, родная. Ага. Решила буксануть, да? Ё-моё. Встал чуть-чуть, и все, и сразу же. Да, это я тронуться не могу просто. Ну, буксует почему? Зима на улице. Ну, сейчас раскачаем. Я только ж начал пробовать, так что сейчас раскачаю. Чуть-чуть раскачивается сейчас, может, раскачаем. На елки-палки, ну что за... Что такое на ровном месте, ну... Собирался ж купить крошки, так и не купил. Короче, привезли мне пол лопаты песка. Ну, пол ведра. Я подсыпал все и тут же выскочил. Вот надо ж сейчас. Говорит, может, он с собой. Сейчас мешочек дадут, так они мне этого песочка, говорит, с собой дадим. В общем, так. Минут 15. Здесь я пытался самостоятельно выехать. Ну да. Ростовский тут что-то совсем примерзший какой-то. Ладно, мы совсем в лес едем. Минут 10 пытался самостоятельно, поехала она. Ну я ее уже почти раскачал. Я пошел с дороги этой, в перчатках этой грязи наскреб. Она уже почти раскачалась. А вот песочка привезли, только, говорю, киданули под машинку и все, под колесико. И она оп и выскочила.
ничего страшного. Вот сейчас точно буду в Минске. Я сейчас шефу скажу, чтобы в Москве купили мне этой кружки. Чтобы она была вот так бы сейчас. Под колеса сыпанул. И в легкую бы вышел. Самостоятельно. Ну, такая женщина с пониманием. Сейчас, говорит, момент, я за песочком привезла, с охранником приехала. Вообще красота. Человек все, говорит, может вам его подарить? Я говорю, было бы куда бы еще засыпать. Сейчас, может, сейчас решим вопрос. Короче, так вот. Немножко мы тут повеселились. Слегка. А это нормальное, я говорю, явление. Вот где становишься, вот так вот, когда становишься, сразу же стал, пока еще она не протопила, подсыпал. И после этого знаю, что она спокойно поедет. А у вас там негде развернуться? Там негде. Давайте задом. Задом тоже я не знаю. Как это тут вот отсюда вот. Сломается ли она? А здесь вот слева это не площадка тут у вас, нет? Просто я просто боюсь, что я сейчас начну ломать, и она здесь и останется. Вот в чем дело. А здесь вот это слева это не площадка? Нет. Надо выйти, посмотреть, как ты зайдешь. Я просто здесь начну сейчас сламываться, и все, у меня тягач уйдет туда, и все, и я просто-напросто тут и останусь. Надо пойти посмотреть, наверное, лучше. Пойду я гляну. В общем, будем пробовать там у них разворачиваться, потому что здесь это вообще не вариант. С дороги там вообще не вариант. Вот они сейчас там, да, я сейчас загоню мордой в цех. По высоте прохожу нормально? А, вот.